Друзья, привет! Мы с вами Fix Price, Санкт-Петербург, Индустриальный 34. Прямо на входе здесь выставили товар к 23 февраля. Набор стопок, 3 штучки, по 35 мл, цена 55 рублей. Стопочки из нержавеющей стали, небольшие, вот так они выглядят. Кружки 530 мл. 99 рублей, большие мужские кружки. Состав фаянс. Дальше вот такие наборы. Блокнот, ручка, калькулятор и фонарик. Цена 199 рублей. Также вот такие наборы. Тут ремень, блокнотик и ручка. Ручки есть разного цвета. 199. Дальше верхняя полочка. Емкость для напитков с трубочкой. 99 рублей. Интересно так оформлено. Трубочка металлическая. 600 мл объем. И есть вот две расцветки. Дальше вот такие мужские кружки симпатичные. Смотрите, они еще немного перламутровые. 99 рублей, состав фаянс. И разные расцветки. Вот есть клеточку. По 77 рублей. Кружки 350 мл. Гараж называется. Тут с машинками разными. Большой выбор дизайнов. Разные машинки нарисованы. 77 рублей. А вот эти прикольные кружки мне понравились с джойстиком. Думала сыну купить, но что-то за 199 рублей не захотелось. Дороговато мне показалось. 350 мл объем. И написано Game Over. Игра окончена. Видите, есть с отверткой, есть с шуруповертом. Три дизайна нашла у нас. И вот с джойстиком последнее, похоже, разобрали. Стопки 3 штучки в наборе. Разные девушки нарисованы. 50 мл, 3 штуки. Гусь хрустальный делает. Цены не было, к сожалению. Дальше внизу висят наклейки. Такие объемные, в ретро-стиле. Неплохие наклейки. Цены не было, к сожалению. Наклейка декоративная, 35 на 35. Вот есть с самолетами. Также много магнитиков появилось. 5,9 на 8 сантиметров. И вот такие вот еще есть. Но цены на них нету. Не думаю, что дорого будут стоить. Так, пляжки. Разные рисунки на них. На 142 мл. Это нержавеющая сталь. Но ценников тоже нет. Видимо, вывесили недавно и не успели еще проклеить. Так, смотрим дальше. Вот такие наборчики. Ручка, брелок и ножик. Многофункциональный. И такие наборчики немного отличаются. Вот здесь другой брелочек. Набор липких отрывных листов. И ручка с синими чернилами, а также календарь на 2020 и 2021 год. И указано, что тут листы разных размеров в комплекте. Интересный набор. Календарики, интересные обложки, обложки объемные рисунки, бумага ПВХ, рисунки такие в ретро стиле тоже, а тут карта с компасом, самолет. Цены не указаны. Переходник USB с функцией передачи данных и зарядки,
Также это можно носить его как браслет, и размер 23,5 сантиметра. Вот еще подарочный наборчик, тут ручка и блокнотик. И блокноты разных расцветок есть. Большой выбор подарочных пакетов, очень красивые пакеты, стильные, стилизованные, такие мужские, тоже ретро-стиль. Красота. А вот здесь какой бородач симпатичный нарисован. Появились мялки антистресс. Мячики, очень жесткие, честно говоря, мячики. Состав полиуретан, видимо, для мужчин, для сильной мужской руки. Мячики бейсбольные, баскетбольные, футбольные, теннисные. Также большой выбор коробок. Коробки красивые. Тут вот усы блестят. Размер 15 на 15 и высота 8 сантиметров. Выбор дизайнов. Все очень стильные. Живица. Садовый бальзам. Современное средство на основе природных компонентов для заживления ран плодовых и декоративных деревьев. Применять при весенней и осенней обрезке, солнечных ожогах, морозобоинах и других повреждениях, обеспечивает заживление ран деревьев, кустарников, виноградной лозы, даже при обильном соковыделении, предотвращает проникновение бактерий, грибков и насекомых. Удобен в нанесении, 110 мл, цена 99 рублей. Классные наклейки увидела, смотрите, какие симпатяшки. Но опять же, нет цены, но думаю, что 50 рублей, как все остальные. Вот инструкция. И несколько дизайнов на выбор. Наконец-то мне попались эти рамки круглые за 199 рублей. Очень красивые картинки вставлены уже. Можно даже не вынимать, оставить так. Рамки пластиковые. И в этом магазине два цвета, серый и черный. Состав полипропилен, картон, стекло, бумага. 199 рублей. Также тут есть вот эти фигурки из полирезина. Гуси, котики и зайчики. Вот они сидят, так вот обнявшись. Цена 99 рублей. Продаются тут маленькие вазочки из доломита, 77 рублей. Есть декоративные элементы на них, здесь вот листики. На желтенькой, желтая такая яркая, лимонная, тюльпанчики. А розовый и синий, они в такой рубчик, в полосочку, узор. 77 рублей, небольшие совсем. Новые блокноты, смотрите, какие красивые блокноты на замочках, все блестит. Ключики есть, 199 рублей, 80 листов, также есть закладка. Очень красивые, вот с кактусом красота. Кактус такой блестящий, прошитый, и сама обложка перламутровая, переливается. И выбор дизайнов. Также надписи. Have a nice day. Отличного дня. Девочки оценят. Тут вот единорог такой. И розовая перламутровая обложка. И золотая рыбка. Что закажешь, то и исполнится. Красота. Также за 99 рублей вот такие небольшие блокнотики. Тут много всего. Называется блокнот фигурный с пайетками. Смотрите, тут разные уровни листиков. Листики фигурные, покороче, подлиннее. И сверху еще вот такой вот декоративный элемент. Объемный из пайеток. Большой выбор дизайнов. С арбузом симпатичный. Вот такой единорог радужный.
Все тут тоже переливается, все блестит. Вот такие дизайны на выбор. Интересные пеналы появились с силиконовой частью. Состав силикон, полиэстер, ПВХ, нейлон, сплав цинка. На молнии, я думаю, к ним должны еще продаваться детальки от конструктора типа лего, чтобы какой-то рисунок выкладывать. По цене, я так поняла, 199 рублей. Большой выбор расцветок. В книжках нашла только вот одну новую книжку Стивена Кинга «Спящие красавицы». 199 рублей, а остальные книжки уже мы видели. За 77 рублей ежедневные прокладки, 20 штук, и производит Корея. Смотрите, какая кошечка держит стаканчик с кофе Starbucks. В общем, я взяла на пробу, мне интересно, мы любим Корею. 20 штучек, 15 сантиметров. За 99 рублей появились вот такие ажурные коробки с крышкой. Есть ручки. Размер 28 на 20 и на 12 сантиметров. Состав полипропилен. Есть ножки небольшие, они удобно ставятся друг на друга. В крышке как раз есть подходящая выемка. Вот такие расцветки. Розовый, сиреневый и мятный. Набор для творчества «Кактус» за 199 рублей. Смотрите, какая красота. Кактус в горшочке. В наборе ткань, нитки, игла, наполнитель, горшочек и инструкция. Состав фетр, полиэстер, полипропиленовое волокно и полипропилен. Крючки 55 рублей, 3 штучки в наборе. Вот таких расцветок. Пластиковые розочки. Крючки на двусторонний скотч крепятся. Розовые, сиреневые и голубые. Еще одна классная новинка за 149 рублей. Вот такие корзины с ручками. Плетеные. Мне понравились. Овальная корзина. Производит Россия. Не содержит бисфенол А. Приятные расцветки. Неяркие. Такой бежево-розовый и молочный. Также за 55 рублей появились новые расцветки вот этих вот ведерок. 5-литровых. Удобно ходить с такими в лес за грибами или за ягодами. Мы покупали такие своим детям. Нам нравится. Также классная новинка. За 55 рублей вот такие коробочки с крышкой. Размер 20 на 16 и на 9 сантиметров. Значка о том, что подходит для пищевых продуктов, нет. И в наличии несколько расцветок. Желтый, розовый цвет и бирюзовый. Вот такие яркие коврики появились за 99 рублей. С обратной стороны точки противоскользящие. Край обшит и внутри есть немного поролончика. Коврики мягкие. Размер 40 на 60 сантиметров. Состав полиэстер, поролон и ПВХ. Вот такой вот коврик. Очень яркие и красивые. Новинка. Автомобильная лампа Эра. 55 ватт. 12 вольт. И смотрите характеристики. Цены, к сожалению, не было. Интересная штучка. За 199 рублей опять появились аптечки. Читайте наименование вложений. 55 рублей заколочки. Две штучки в комплекте. Посмотрим, что в этом отделе новенького. И я уже вижу. А вы заметили? Набор за 199 рублей. Прихватка и варежка. Две штучки в наборе. Видите, с таким силиконовым покрытием. Варежка большая, толстенькая. Внутри белый нетканый материал и поролончик. Что-то такое мягкое.
яркие расцветки, красный сочный, зеленый такой сочный, травяной. Пупырышки силиконовые с одной стороны у прихватки. Все ровненько сшито. Также вот такие наборы появились за 99 рублей. Набор кухонный, 20 сантиметров прихватка и две тряпочки. 40 на 48 сантиметров. Тряпочка одна разноцветная с рисунком, а вторая однотонная. У прихватки рисунок только с одной стороны. Состав полиэстер и хлопок. И несколько вариантов дизайнов. Вот два зеленых в этом магазине и еще красный есть. За 199 рублей комплект махровых полотенец. В комплекте две штуки. Одно однотонное, второе с рисунком. Это 100% хлопок. Размер первого 70 на 45, а второго 70 на 30 сантиметров. Производит Россия и большой выбор расцветок. Еще одна новинка. Скатерть жаккардовая. Цена 199 рублей, 178 на 132 сантиметра. Стирка при 30 градусах. Полиэстер и три вот такие вот расцветки. Красный, яркий, сочный, белый и синий. Набор салатников. 6 штучек, 13 сантиметров размер, 199 рублей. Это делает Паша Бахче, Россия. Вот такие салатнички в коробке. Объемный рисунок снаружи, фрукты красивые, листики. Можно мыть посудомойки, можно ставить в холодильник. Температура ниже 70 градусов. За 99 рублей появились пиалы с цветочками. Нежное оформление. Объем 600 мл и состав керамика. Две расцветки. Небольшие соусницы со звездочками. Стеклянные. 25 рублей. Кружки. Такие большие. Написано Париж. Объем 470 мл. Состав фарфор. Еще новые кружки за 77 рублей с машинками. Объем 350 мл, состав фаянс. И все они с разными машинками. Дизайнов несколько. Конфетница 20 сантиметров в нарядной красивой упаковочке. Идеально подойдет для сервировки стола и послужит отличным подарком. Предназначена для конфет, сухофруктов и восточных сладостей. Состав стекло. 199 рублей. И смотрите, как эта конфетница выглядит. Новые кружки с трубочками за 55 рублей. Вот такие в виде гранаты. Объем 450 мл. Нержавеющая сталь и стекло. Цвет интересный, переходит к градиентам от светлого к более темному. И такой вариант. 55 рублей. Если вам понравился мой обзор, то поддержите, пожалуйста, видео лайком. Также подпишитесь на канал, если вы до сих пор этого еще не сделали. Всем всего отличного и до новых встреч. Пока-пока!